Всем привет! Меня зовут Елена Ирмина. Я рада вас приветствовать на своем канале по вязанию. Сегодня к вашему вниманию я предлагаю очень простую, легкую в вязании модель летнего топа. Можно связать топ, майку. Фотографию готовой работы я нашла на просторах интернета. Автор работы не указан. И сейчас мы с вами разберем принцип вязания данной работы. Для вязания вы можете использовать вот эти схемы, которые также находятся в интернете, в общем доступном пользовании. В описании под этим видео я вам оставила ссылку на мой канал. Канал находится на Яндекс.Дзене. Называется канал вязания крючком Елены Ирмина. И на этом канале я также дублирую все мастер-классы и схемы, которые вы видите на YouTube. Вот эти схемы можно будет там посмотреть и распечатать. Ссылку на канал я оставила вам в описании под этим видео. Подпишитесь, потому что некоторые материалы доступны только для подписчиков моего канала. Ну а сейчас давайте вместе разберем принцип вязания данной модели. Направление вязания вы можете выбрать любое. Либо вязать сверху вниз, либо вязать снизу вверх. Топ, который вы видите сейчас на экране, он связан снизу вверх. Также можно вязать единым полотном, когда вы вяжете все ряды по кругу, по часовой стрелке. Также можно вязать отдельными полотнами. Вяжете деталь перед, деталь спинка и выполняете боковые швы. Здесь пришивные пуговицы – это имитация застежки. На самом деле здесь никакой застежки нет, а топ состоит из двух половинок – перед и спинка. Далее вы вяжете бретели. На бретелях вяжете по схеме рюши, и также рюши идет по низу топа. Схема основного узора, который мы сейчас будем вязать с вами, и схема рюши. Две схемы. Это очень легкий вариант вязания топа. Справится даже начинающим. Ну а более сложные модели, которые мы с вами вяжем вместе, вы можете посмотреть в конце данного видео. Я вам, к вашему вниманию, представила весь каталог подробных попетельных мастер-классов, разработанных мной специально для начинающих. Там уже модели поинтереснее, они более такие красивые. И степень вязания, конечно, сложности разные. Выбирайте любую модель и пишите мне в комментариях, что вы хотите связать. И я обязательно вам отвечу, как получить мой мастер-класс. А сейчас я вас приглашаю по вязанию узора, вот этого, которым связано основное полотно топа. Для вязания, как всегда, я выбираю пряжу Baby Cotton. Это моя любимая пряжа, 100% египетский хлопок. В 50 граммах 180 метров. Итальянская коллекция. Крючок номер 225. Ссылку на всю летнюю пряжу, свой промокод на скидку и также ссылку на интернет-магазин, где я заказываю пряжу, оставила вам в описании под этим видео и в комментариях. Раппорт узора. 3 петли, 1 ряд. Количество набранных петель должно быть кратное 3. Набираем цепочку из 12 воздушных петель. Цепочку связали и приступаем к вязанию первого ряда. 3 петли подъема. 1, 2, 3. Вот эти 3 петли засчитываются как за один столбик с одним накидом. Отсчитываем от конца цепочки 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В основании 6 петли провязываем первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. В эту же петлю провязываем второй столбик с одним накидом. Связали элемент. Вот этот элемент я называю галочка, когда 2 столбика с одним накидом и между столбиками 1 воздушная петля. Если хотите получить более ажурный узор, тогда вместо 1 воздушной петли можете связать 2 петли. И узор получится у вас более дырчатый. Пропускаем 2 петли цепочки. 1, 2 в основании, 3. Вяжем вторую галочку. Столбик с одним накидом. 1. 1 воздушная петля и в эту же петлю второй столбик с одним накидом.
Вот эти галочки у нас и составляют один раппорт узора. Пропускаем 2 петли, 1, 2, в основании 3. Провязываем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. И в эту же петлю второй столбик с одним накидом. Пропускаю 2 петли. 1, 2. И заканчиваем вязать ряд. Провязываем столбик с одним накидом. При поворотном вязании мы должны с вами всегда начинать и заканчивать ряд одинаково. Если у нас здесь 3 петли подъема было, они засчитываются как за столбик с одним накидом, так и в конце ряда у нас также должно быть один столбик с одним накидом. Это что касается поворотного вязания, когда мы вяжем туда и обратно. Данный вид узора прекрасно вяжется по кругу. Давайте сначала разберем, из чего же состоит у нас раппорт. В основу раппорта входит столбик с одним накидом, одна воздушная петля, столбик с одним накидом. Это у нас элемент одного раппорта. И раппорт у нас состоит из 3 петель. Вот первая петля, вторая, третья. В каждую четвертую петлю мы вяжем следующий раппорт. То есть раппорт начинается с каждой четвертой петли. Вяжем второй ряд узора, второй раппорт. Набираю цепочку из 3 воздушных петель. На схеме 2, ну для того, чтобы выровнять ряд по высоте, я набираю 3. Вершину галочки между столбиками поверх цепочки из 1 воздушной петли провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И в это же место провязываем второй столбик с одним накидом. Второй ряд мы вяжем точно так же, как вязали с вами первый ряд. Раппорт узора один ряд. Между столбиками вяжем один столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, и в это же место провязываем второй столбик с одним накидом. Между столбиками один столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, и в это же место второй столбик с одним накидом. Заканчиваем ряд точно так же, как начинали. В первую петлю от столбика с одним накидом предыдущего ряда, вот она, прокалываю крючок и провязываю один столбик с одним накидом. Все, связали 2 ряда, и как вы видите, второй ряд вяжется точно так же, как первый. Третий ряд вяжем точно так же, как второй и первый. Все очень просто. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание на другую сторону и вяжем в вершину галочки галочку. Очень легкий, простой узор. Расход пряжи здесь небольшой. Пряжу по толщине и по составу вы можете выбрать ту, которая вам больше всего нравится. Рекомендую перед началом вязания любой вещи вязать вместе со мной образцы, связать несколько образцов из разной пряжи и выбрать самый-самый красивый. И только после этого уже приступить к вязанию вещи. Я всегда так делаю, то есть подбираю пряжу специально для конкретной модели. После столбика с одним накидом и провязываем в нее столбик с одним накидом. Все. Очень простой узор, очень распространенный. Ничего здесь сложного нет. Любая начинающая вязальщица справится с вязанием данной модели топа, майки, на магазин,
Промокод на скидку. Размер скидки 5%, номер цвета 32. Это нежнейший мягкий хлопок, который... Эта пряжа идеально подходит для вязания не только крючком, но и спицами. Она... Вот эта пряжа, она, на мой взгляд, идеальная для вязания любых видов узоров. Я ее постоянно заказываю и буду заказывать все цвета, которые есть в интернет-магазине. И будем вязать вместе с вами разные интересные модели. Крючком и спицами. Сейчас я вас приглашаю посмотреть каталог всех моих подробных попетельных мастер-классов. Выбираете модель и пишите мне в комментариях, какой проект вы хотите связать. Все мастер-классы, они готовы и находятся в записи. Приятного вам просмотра. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете две ссылки, где проходят попетельные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «Хочу связать». Далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта – крокус. Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать три вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер. От 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин. На любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать три вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом. Кому как больше нравится. Видео-мастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, который учится вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака». Очень наглядный, подробный, состоит из 7 частей, формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку, название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц.
Блузка белоснежка вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать? Пишите в комментариях под этим видео. Хочу связать белоснежку. И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием незабудка. По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет незабудка можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с вточным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет незабудка, либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео. Хочу связать незабудку. Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать васильковое поле. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники, можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка, можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия. Топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас». И я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео-мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Может связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо, крючком. Вяжется здесь модель интересным способом. А как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса – видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите. Хочу связать карамельку. И я вам дам ссылку на мастер-класс.
Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, попетельные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать» и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился. Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.